В зависимости от того, сколько лет, тебе 25, 35, там неважно, нуждаются в любви, конечно же, в любви, нуждаются в том, чтобы вот обняли. И можно сказать, да мне это не надо вообще. Mm-hmm. Да ладно, я нормально, такой сильный, все в порядке, уже взрослый мальчик там, девочка, наверное. А все равно надо, все равно надо. Ты без любви не сможешь. Это как теплота. Ты же не сможешь жить в постоянном вечном мерзлоте и в холоде. Конечно, нет. Но меня этому научили дети. Нет такого второго, мне кажется, повода чувствовать любовь и желание человека просто вдохновить на что-то и защитить, и обнять.